Иногда трудно найти причину расставания. Вроде все было идеально, но вдруг закончилось. А может, дело в гороскопе? Ты обижена, расстроена, счастье рушится. А ты даже не понимаешь, в чем причина. Конечно, гороскоп сам по себе не вернет отношения к исходной точке, когда вы были влюблены и счастливы. Но зато поможет понять, как твой мужчина согласно знаку зодиака реагирует на те или иные ситуации. И главное, чего ищет в отношениях. Овен, овны не только импульсивны, но и достаточно прямолинейны. В этом их достоинство и одновременно недостаток. Приняв решение расстаться, овен точно знает, что обратно дороги нет. Вернуть отношения будет очень сложно. Почему вы расстались? Скорее всего, решение зрело давно, а причиной было то, что на горизонте появился кто-то еще. Если тебе важно разобраться, присмотрись к его окружению. Телец. Телец – один из самых ревнивых знаков зодиака. Возможно, он не раз намекал тебе, что его не все устраивает. Даже если ты просто однажды мило улыбнулась кондуктору или случайному прохожему. Телец очень внимателен к мелочам и в то же время хочет, чтобы девушка принадлежала только ему. Близнецы – этот знак зодиака, наверное, и сам до конца не может понять, почему ваши отношения закончились. Близнецы – люди переменчивые. Сегодня он хочет одно, завтра другое. Главная же причина, скорее всего, в том, что пропал интерес или близнец не видит перспективы развития отношений. Причем второе может быть следствием первого, такое тоже бывает. Рак, после разрыва отношений у рака в голове все будто переворачивается. Сложно выйти с ним на разговор, лучше дать время все обдумать. Спустя какое-то время встретиться в спокойной обстановке и поговорить по душам. В чем причина расставания? Раки не из тех, кто раскидывается людьми. Скорее всего, причина серьезная – предательство, сильная ревность или разочарование. Лев – мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, просто уверены, что должны быть в центре внимания, а все остальные обязаны бегать вокруг них и сдувать пылинки. Скорее всего, ты перестала уделять льву должное внимание, а ему, в свою очередь, стало скучно. Тем более, если есть перспектива других отношений, в которых больше эмоций, страсти и восхищения в его адрес. Дева, эти мужчины не только страстно любят, но и страстно ненавидят. За что? Вряд ли удастся получить ответ. Скорее всего, он недоволен чем-то в тебе, мужчины-девы любят критиковать окружающих, в том числе и вторую половинку. Если попытаешься разобраться в причинах, возможно, они покажутся ничтожными. Но для девы мелочи не являются несущественными, они складываются в один большой ком и способны разрушить отношения. Весы, этот знак зодиака не всегда уверен в своих действиях, а значит, нуждается в постоянной поддержке со стороны окружающих. Того же требует и от второй половинки. Возлюбленная должна быть не только страстной любовницей и другом, но и мамочкой в какой-то степени. Возможно, именно этого ему в тебе и не хватало. Скорпион, импульсивный и самоуверенный скорпион частенько разбивает женские сердца. Он хорош собой, обаятелен и знает себе цену. В чем причина расставания? Возможно, в том, что скорпион хочет видеть вокруг себя идеальный мир, хотя сам не всегда идеален. Однако замечает недостатки только за окружающими. Стрелец, стрелец – один из самых непростых знаков. В отношениях он горячий и страстный, а после разрыва способен вести себя как ни в чем не бывало. Заканчивает отношения только в том случае, если угасает интерес. Стрелец – это огненный знак, а значит, подкидывать угля в отношения просто необходимо. Козерог – один из самых упрямых знаков зодиака. Если Козерог вбил что-то себе в голову, то вряд ли удастся его переубедить. Почему он предложил расстаться? Причин может быть много, однако стоит заметить, что Козерог – человек семейный. Рядом с собой хочет видеть не только очаровательную красотку, но и хранительницу домашнего очага, мать будущих детей. Может быть, этого он в тебе не увидел? Водолей – мужчины. Рожденные под этим знаком зодиака, внешне могут казаться неэмоциональными, безучастными и холодными. Но не стоит думать, что он такой в близких отношениях. Просто он мало кого допускает в свой мир. Если же мужчина водолей намекает на разрыв отношений, значит, у него кто-то появился. А если так, то, скорее всего, он уже успел изменить. Присмотрись внимательнее. Вернуть водолея трудно. Здесь все будет зависеть только от него и его желания. Рыбы, причиняя близкому человеку боль. Рыбы чувствуют себя ужасно. Впрочем, тебе-то от этого не легче. В чем причина расставания? Скорее всего, он просто не хочет меняться, работать над отношениями. У рыб на первом месте всегда есть что-то другое, работа или хобби. Отношения тоже важны, но если что-то не ладится, рыбы пострадают молча, не предпринимая активных действий, и в конце концов уйдут. Спасибо за просмотр.
Также не забываем подписываться на канал, ставьте лайки. Будет интересно.